Сегодня опять говорим про цену биткоина, и да, ребята, у меня есть очень беспокоящие новости для всех, кто держит биткоин сейчас. И, пожалуйста, послушайте меня, ребята, потому что то, чем я поделюсь с вами, это не конец мира. Это определенно то, что вы должны знать и должны понимать, если вы биткоин-холдер. Давайте перейдем сразу к контенту. Я сейчас в самолете, собираюсь взлетать, но это не удержало меня от того, чтобы поделиться с вами очень важными новостями, о которых я даже, по сути, и сам-то не думал, со всей своей бычестью. Особенно в такие времена, когда мы все ждем 45 тысяч, 50, 60 тысяч, 100 тысяч долларов. Нам нужно быть реалистами. Я хочу поделиться с вами кое-чем перед тем, как начнется следующая неделя. То, что вы видите, это то, о чем я говорил уже несколько раз. Конечно, на биткоине ничего не повторяется, но рифмуется. Кстати, дамы и господа, если вы смотрите это видео прямо сейчас, уделите секунду вашего времени. Спуститесь вниз, поставьте лайк и поделитесь видео с друзьями. Пошумите с алгоритмом. Я буду вам очень благодарен. Я хочу, чтобы это видео снова стало самым просматриваемым биткоин-видео на всем Ютубе. Огромное вам спасибо. Уделите секунду и поставьте лайк видео. Спасибо вам. Итак, несколько циклов на биткоине. Каждый раз у нас есть несколько вещей, которые каждый раз повторяются. И да, я говорил про цели в 45-46 тысяч долларов. И да, у меня все еще открыты мои трейды на биткоине, а также на эфириуме. На них сейчас около 1,3 миллионов долларов. Да, у меня они открыты, и я их не закрываю. Однако у меня есть плохие новости. Биткоин прямо сейчас. Давайте перейдем. Биткоин прямо сейчас дотрагивается, прямо как раньше. В 2000... какой это год был? 16-й. Также было в 2018 году, вот здесь. Даже в 2019. Прямо сейчас он делает то же самое, дотрагивается до горизонтального сопротивления. Такое сопротивление у нас было каждый раз. Всегда это была годовая поддержка, которая затем переходила в сопротивление. И, конечно, также все это сочеталось, и это уже бычьи новости. С перескоком на EMA Ribbon. Каждый раз это были бычьи новости. И да, я все еще считаю, я даже уверен в том, что бычий рынок начался. Вот здесь, на 16 тысячах. Поэтому я и открыл здесь трейды. На прорыве в 16-17 тысяч. Я всего этого до сих пор придерживаюсь. Но вот что я хочу сказать. Если вы ожидаете 45 тысяч на этой неделе, придержите коней, ребята. Это только третья неделя тестирования сопротивления. Окей, мы тестировали его еще раньше, но вот что я вам скажу. Никто не скажет наверняка, пробьемся ли мы наверх, а мы пробьемся в конечном итоге. Но никто не может сказать, произойдет это на этой неделе или через 5 недель. Если вернуться во времени немного, вы увидите, что биткоину нужно некоторое время для того, чтобы пробиться. Это сильное сопротивление. А если поддержка очень сильна, то и сопротивление будет очень сильным. И в этот раз у нас сформировалось самое сильное сопротивление и поддержка в истории биткоина. Так что да, давайте вернусь. 44-45 тысяч долларов за биткоин должны появиться, судя по моему теханализу. Да и выше 100 тысяч мы уйдем. Просто скорее всего, это все произойдет гораздо позже. Скорее всего, это произойдет уже ближе к концу года. Нам нужно дать биткоину еще время. Это то, о чем я хотел вам рассказать. Огромное вам спасибо за просмотр, дамы и господа, каждому из вас. Я вот уже взлетаю, а мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео на MM Crypto. И как обычно, ребята, пока-пока.